Полиция взяла в оцепление центральный рынок и выгнала торговцев. Поставили нам ОМОН, я сейчас матом буду ругаться. В 7 утра закрыли рынок, как враги. Сюда пришли, почему вы над нами издеваетесь? Вы еще выньте автоматы с пулеметами и стреляйте тогда в толпу. Кто-то миллиарды долларов зарабатывает, а люди за кусок хлеба бегают. Мы ваши деньги не считаем, сами клали, нам работу дайте. Разъяренные торговцы все вместе отправились в Кремль. Подробности сегодня ровно в 7 вечера.